Друзья, короче, время нездоровых новостей. Я не знаю, что делать. Короче, пришло мне такое же письмо. Вот такое вот, моя фотография с печатью, все. Я его перевел. Тут написано. Написано, что Украина дала запрос. Украина дала запрос. По мнению властей Украины, я выехал на территории Евросоюза незаконно. Хотя я выезжал законно. Никаких справок я не покупал. Вот, я сразу вам говорил, как я выехал. Вот, и в течение 2 недель, тут написано, я должен покинуть Евросоюз. Вот. В противном случае я буду принудительно выслан на территорию Украины. Вот. Я даже не знаю, что делать. Может, напишите в комментариях. Потому что я считаю, это полнейший бред, и это незаконно со стороны Евросоюза высылать человека в зону, там, где идутся боевые действия. Тем более, что мне грозит там большой срок на территории Украины.